В Москве прошел первый чемпионат молодежного отдела Московской городской епархии по волейболу. Участниками отборочного этапа соревнований стало более 20 команд. Подробности в следующем сюжете. Волейбол – вид спорта, который знаком большинству жителей планеты с детства. На любительском уровне им увлекается 1 миллиард человек в мире. Популярен этот вид спорта и среди православной молодежи. Волейбольные команды в Московской епархии начинали играть практически на уровне дворовых команд. Со временем мастерство возросло. Сегодня спортсмены играют профессионально. В связи с этим молодежным отделом Московской городской епархии было принято решение о проведении чемпионата по волейболу. Сейчас мы получаем возможность проведения первенства ежегодного, в котором примут участие порядка 20 команд, представляющих приходы города Москвы и приходские объединения. Вот, команды разбиты на 4 группы, вот, сыграют в круг между собой. Вот, соответственно, проведение турнира дает возможность развивать волейбол на приходах при приходских объединениях. После разминки перед стартом соревнований был совершен молебен, участие в котором приняли спортсмены-любители, тренеры, судьи, организаторы и болельщики. Батюшки благословили игроков на благое дело и дали духовные наставления. Наравне с приходскими и епархиальными командами на спортивные площадки вышли выпускники православных университетов и школьники Свято-Петровской школы. В этот день турнир проходил одновременно на 3 площадках города. Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов. Турнир продемонстрировал, что православная молодежь – это активные молодые люди, которые спорт используют не только во здравие тела, но и души. Первое – это, наверное, победить дух соперничества, чтобы с командами, которыми играешь, в дальнейшем не обозлиться на них, а сдержать себе какую-то силу, найти и закончить товарищеский матч. А всему это должно помогать, конечно, сила воли. Я думаю, что спорт дает человеку развитие силы воли. Это очень хорошо проектируется на духовную жизнь. Если человек это осознает и будет вот так с физической стороны как бы проектироваться на духовную часть, то он сможет бороться с страстями, с грехом, не будет доступный пример. То есть как вот он преодолел себя в спорте, так же он может преодолеть себя в добродетели и в борьбе с грехом. Играли эмоционально. Строгие правила игры дополняли на первый взгляд невидимые, но заметные в самых острых игровых моментах реакции участников. Неудачно отбитый мяч товарища по команде или, напротив, удачный маневр соперника, принесший очко, воспринимался одновременно доброжелательно. Азарт тоже есть, но азарт заканчивается улыбками. Турнир поддержал Москомспорт. Отборочные соревнования продлятся до апреля 2016 года. Победителей и призеров чемпионата ожидают ценные и памятные призы, в том числе индивидуальные награды игрокам. Спортсменам предстоит выбрать лучших в командах соперников. Организаторы намерены сделать чемпионат по волейболу в Московской епархии ежегодным.